Всем здорово, бойцы, Кавайман на связи. Прошли у нас первые майские праздники, а Wargaming, похоже, понимает, что пахнет жареным, поэтому они у нас в магазин закинули контейнеры-сюрприз. Если вы не в курсе, то это просто контейнеры с другими контейнерами. Короче, весь вселенский абсурд контейнеров заключается как раз-таки в этих контейнерах. И чтобы у вас не было слишком много контейнеров на квадратный метр видео, не так давно я ребятам предложил открыть свою коллекцию подобных контов в количестве 40 штук. И вот здесь начинается самое прикольное, потому что буквально недавно разработчики закинули их к нам в игру. Поэтому, господа, докупим еще 30-ку, и вы представляете, да, какое огромное количество в сумме придется мне открыть? Это, если что, 70, мать его, штук! Охренеть! Ну реально это дофига, и на самом деле мне здесь немного жалко, поэтому я очень рассчитываю, что я смогу отбить хотя бы половину. Понятное дело, что большинство картошка заберет себе в карман, но хватит про это ныть, так что по классике прожимайте ваш царский лайк ниже под видосом и подписывайтесь на канал и заглядывайте в мою телегу. Там сейчас проходит розыгрыш на 10 особых боевых пропусков. Розыгрыш заканчивается уже сегодня, но совсем скоро, я думаю, мы запустим вновь розыгрыши на боевые пропуска к маю. Поэтому погнали! О боже, черт его дери, действительно 70 контейнеров сюрприз, и у меня сейчас на аккаунте 288 тысяч золота. Кто-то скажет, это дохрена, да, я не спорю, только вот за всю эту голду мне пришлось отдать свои кровные мани. В любом случае, давайте теперь по фасту распакуем эти 70 контейнеров сюрприз и посмотрим, что в принципе уже из этого я смогу открыть в свою пользу. 2000 years later. Эх, ну, что можно сказать? Короче, мне много достаточно контейнеров выпало, но среди всего этого, вы обратите внимание, 6 контейнеров СТГ. Казалось бы, на кой черт они мне нужны, потому что здесь компенсация, конечно же, в серебре. И Wargaming любит подкидывать подобные контейнеры, чтобы вы могли меньше окупиться, чем, допустим, при других контах. Однако, Т26Е5, 6 контов, а тот же самый Action X, та же самая Химера. И вот с этими пацанами еще более-менее нормально. Короче, контейнеров, как вы видите, высыпалось достаточно большое количество. Вот обидно единственное за акулу. Потому что за акулу компенсация, черт его дери, в серебре. И вот это, конечно же, не очень круто, согласитесь. Однако, что касаемо крушителя, я его продал. Поэтому давайте начнем, пожалуй, с него. Если он выпадет, я его продам повторно. Потому что это в любом случае 2500 голды. Погнали. Контов у нас дофига, времени впереди не так много. Поэтому мне выпадать будут сиреневые разные бусты. Сиренька — это не так уж и плохо, но, картош, мы же все прекрасно понимаем, что надо ожидать из этих контейнеров. О боже, рука соскочила, но где наш крушитель? Давай, братан, я на тебя рассчитываю. Белые бусты, ай, короче, ну ладно, у меня 70 контов впереди, типа сейчас огорчаться мы не будем. 10 уровни мы будем открывать в конце, потому что за них самая жирная компенсация. Ну короче, понятно, я если честно думал хотя бы крушителя один раз выбью, потому что... Ну потому что, Wargaming, матрешка, ты чё, попутала что ли, с локтями? Ну... Где танки? Что-то мне, похоже, уже как-то не повезло. Что у нас имеется с копьем? Копье, конечно, компенсация в серебре, куда же без этого? Поэтому здесь, что касаемо копья, да, она мне не нужна. Тем более она у меня есть, и она была бы хороша, конечно, для тех пацанов, у кого ее не было. Wargaming, вы могли бы, по сути, закинуть в эти контейнеры и камуфляж к ней легендарный, а чё бы нет. Если тратить на него голдишку я не особо хочу, а вот получить на халяву... Ну как на халяву? Сколько я потратил голды на эти контейнеры? Мне сложно представить. Мне больно представить. Поэтому я не хочу, если честно, даже представлять. Короче, вторые конты мы уже пооткрывали, и пока что ни одного танка нету. Пока что пахнет только паленой задницей от меня. Все, это максимум, на что можно рассчитывать. Ладно, окей. Action X, за него компенсация уже в голде. Поэтому давай, дрыпай мне его, братан. Но у меня, по сути, многие танки из этих уже есть. Как минимум будет гарантированная компенсация. Я уже видел вот по контейнерам внизу. Следующий. Давай, два экшона, чтобы вообще было по красоте. Братан, подкинь! Жалко, всего один экшон гарантированный и 750 золота. Это 3750 голды нам кэшбэкнулось чисто за талисманы. Поэтому, ну, не так хорошо. Не так хорошо. О, детка, да! Ха-ха! Вот это круто! Вот это уже, считайте, нам двойной кэшбэк в голде. То есть чуть-чуть я все-таки отбил, но у нас контов-то до хрена было, вы помните, да? Держите в голове эти значения. Следующая, Химера. Давай ты сразу подкидывайся, чё бы нет. Ну, короче, тут понятно. Тут либо танк сразу дробуется, либо несколько наград в виде бустов. Ну и голдишка. Голдишка, конечно, хорошо. И, по сути, вот эти контейнеры, ну, скажу вам честно, они мне нравятся. Потому что, во-первых, вы просираете не 100% голды, вы возвращаете
какую-то часть, когда уже открываете сами контейнеры сюрприз. Во-вторых, вам возвращается еще и в таком количестве голды. Если, конечно, дропнет сам танк, это будет жирнее всего. У меня сейчас в голову пришло осознание, на кой черт я открываю эти контейнеры? Ведь большинство из этих танков у меня есть на аккаунте. Короче, некоторые вопросы так и остаются вопросами, и логичного ответа на них, увы, не найти. Погнали дальше. Че у нас здесь открывается? Т-26Е5. Контов тоже дофига, но будет ли танк? А танка не будет, конечно же. Матрешка постаралась. Пока что мне выпал один танк, тот, что компенсации за талисманы, я считать не буду. По понятным всем причинам, да? Сколько мне пришлось открыть контейнеров до этого, прежде чем я гарантированно получил экшона. Ладно, давай. Давай, шериф. Ох ты мой хороший, да ты чё такой красивый-то, а, братан? Ну, давай следом еще один танк, чтобы все охренеть. Проверяй, короче, подкрутка. Два конта, и это мы сколько? Короче, красиво. Мне понравилось. Но главное, чтобы потом продолжало дропаться. Если будет и потом дропаться, давай Дракулу, вот сразу слету. О, тут красивые конты. А Дракула будет? Но пока что Дракулы не будет, и до его гарантированного получения еще тоже не скоро. Может здесь? Ну, два шерифа пока что это самое жирное. Слушайте, три танка мы достали. Эмилька, компенсация. Центурион 5/1, компенсация в серебре. Он уже не так интересен, поэтому его не надо. Не надо, пожалуйста, братан. Не надо, я лишь буду бомбить, если вы мне его дропнете. Поэтому лучше не надо. Все, договорились, чувак, договорились. Отлично, СТГ. СТГ, по-моему, тоже мусор, да. За него компенсация не в том, в чем хотелось бы. Поэтому не надо, братан. Кейсов на этот вонючий СТГ у меня он все равно будет гарантированно, потому что там видели, да? По талисманам уже подходит он. Ну ладно, слушай, если ты мне выкинешь потом гарантированно вместе с талисманами 2 СТГ, вот это я поору, братан, давай вот сейчас прямо 2 СТГ, чтобы все охренели X2. Нет, ну почти, это было неплохо, но компенсация, к сожалению, в серебре. Вот если бы было 2 СТГ, было бы красиво. А тут уже чисто добиваем эти конты, пойдем к следующему. Короче, понятно, СТГ мало того, что сам мерзотный танк, так еще и компенсация за него такая же мерзотнейшая. Эмилька! Эмильен, к сожалению, не падает, но 1000 голды падает, слушайте. А в принципе, я неплохо так кэшбэкаю голдишку. Мы, конечно, посмотрим, сколько я восстановил с учетом тех моих других контейнеров сюрприз. Но что-то мне подозревает, все равно я в этом казино оставлю больше золота, чем завез. Думаю, да. По одной простой причине, потому что я до этого сколько бабла потратил. Жесть, и это реально до хрена. Давай камуфляж, у меня нет камуфляжа. Ай, жалко, но тут всего лишь голдишка упала. Не так-то и хорошо, как могло бы быть. Чифтон Марк 6, компенсация в серебре, и это грустно. Поэтому давай золото, чисто по кайфу, чтобы. 400 голды, но это не самый минимум, и всего максимум может выпасть 2000 золота. Давай 2000 золота хотя бы, чтобы по красоте. Нормально. В принципе, это максимум, на что тут можно было рассчитывать. И чё по итогу? Итогу, друзья, у нас остается еще СУ-130ПМ, за нее еще компенсация в голде. Поэтому почему бы нет? А вот и потому бы и нет. Поэтому на него можно и не рассчитывать. Может здесь? Нет. Ну слушайте, шериф пока что была самая жирная прибыль из этого видоса. Блин, ну я не хочу, если честно, открывать акулу. Да на кой черт? Типа тут компенсация все равно не в таком виде. Не в самом сочном виде, да тут и золото не падает. Ну ладно, может камуфляж, кстати, выпадет на акулу. А его, по-моему, можно продать за золото. 11 контов так-то было, картош. Давай, матрешка, подкинь хотя бы камуфляжик, чтобы его можно было продать за голду. Тогда хоть какое-то... О, что здесь? Камуфляж! Красиво! А давайте посмотрим. Реально, по-моему, его можно продать за золото. Сейчас мы это дело, конечно же, проверим. И вот какого черта? Картошка, посмотри вот на этот момент. Видишь, камуфляж акула для акулы, да? И камуфляж храбрый для саного, обоссанного Т-25 пилот. Его можно обменять почему-то на золото. Камуфляж на акулу, на серебро. Чем это обуславливается, непонятно. И как оно, в принципе, представляется в голове варгейминга, тоже неизвестно, так что по итогу тут сплошная компенсация в серебре. Самого танка, как бы он у меня есть, да, но... Ладно, открываем по-быстрому конты, потому что, ну, они неинтересны. Интереснее всего там, где можно получить компенсацию в золоте. Здесь главное, чтобы падали сиреневые награды, а не белая сань. Тогда более-менее нормально, в принципе, с них окуп будет. Чё-то я про это сказал и вижу, подряд мне падает тупо все белое. Картош, один раз синяя, это не камильфо, конечно. Чё у нас, Т-22СР, один контейнер, поэтому попробуем его достать. Давай, 15 тысяч голды! Ага, хрена лысого тебе, иди почеши. На ВК 90.01, 7500 золота, но это уже получше, чем за шерифа.
Было бы, если бы он выпал, конечно. Но матрешка уже все просчитала у себя в голове, и она знает, когда надо дропать танки. Так, чтобы ты не ливнул с игры и чтобы побольше донатил. Да, матрешка? Тире картошка. Так, ладно, суперконь, что за коня? 7500 золота? Ну, было бы не... Ой, детка, ты мой красавец! Слушай, ну в любом случае, это 7500 золота, это 7500 золота. Поэтому если он дропается, это, конечно, красиво. Давай следом второй. Но это было бы жирно, да. Согласен, картош, это было бы жирно. Т95Е6 компенсация 15 тысяч. Сколько, скажете вы? Я скажу 15 тысяч, поэтому вот его получить я бы вдвойне хотел. Потому что это как два суперконя, это как 4 шерифа. Короче, и так можно до бесконечности. Но что-то мне подсказывает, картошка уже все подрасчитала, и она не хочет мне его дропать, да? Понятно, АМХ-30Б, по-моему, за него компенсация... Ну да, жирная, жирная. Давай, братан, я рассчитываю, подкинь мне его! Черт, ну почти, было близко. Может, здесь, в этом контейнере? Нам остается немного, но я хочу... Хочу танк с компенсацией в 15 тысяч, потому что пока что я чувствую, что меня наигорили. Да, мне немножко вернули кэшбэком, но... Давай здесь! Китаец, ты был так близок и так далеко. Я тебя ненавижу, скажу честно. Но я рассчитываю, что ты... Да! Черт, он уже не первый раз мне дропается. Вот этот... Ты мой... Расцелую тебя, боже, ты мой замечательный. Реально, вот он мне каждый раз выручает. Если сейчас еще раз дропнется, я не знаю, я пойду пожую свой тапок. Ой, слава богу, тапок жевать не придется. Но это было близко, господа. Что это за контейнер? Контейнер Deluxe Limited Edition со скептером. Пожалуй, оставлю, открывать не буду. Ладно, у нас ФВ-217 баджер, у меня его нету. Поэтому жирнее всего будет, если он мне выпадет два раза. Это значит, я получу сам танк, еще и компенсацию, да? Я не знаю, друзья, что еще можно ожидать. Короче, понятно, следующий, наверное, год-полтора, а и того два, мне, наверное, не стоит открывать вообще никакие контейнеры. Потому что вот здесь просто вся максимальная удача. Я получил и обвес, и камуфляж, и саму ПТшку. И если сейчас еще и дропнется второй раз, я не знаю, что делать. Реально пойти пожевать, что ли, ботинок? Ну, я не хочу, он невкусный. Да, я пробовал или нет, вы не узнаете, но посмотрим, что будет дальше. Ух, три контейнера. И вот сейчас самый сок. А если бы мне еще и второй раз дропнулся такой же комплект вместе с обвесом, с камуфляжем. А шанс выпадения это у них... А, ну, наверное, он сразу дропает. Либо с ними, либо без них. Тут без вариантов. Окей, картоша, ну че, давай, докинь маслины. Но это было близко. Да уже, и если честно, господа, уже жирно что-либо просить, потому что, ну, не знаю, вроде бы я купился, я не знаю пока что. Ёбушки, воробушки. О, я... Все, это, короче, no comment, господа. Тут продался отписка, дизлайк. Сколько... Боже, картошка мне подкрутила, наверное, так, как никогда в жизни не подкручивала. Ну, с другой стороны, 70 контейнеров, да? Но мне десятки выпадают, боже. Вы посмотрите на этот жир. Баджер, 15 тысяч голды. Он мне выпал два раза, то есть один раз я его получил, потому что у меня его не было. Второй раз мне выпал он повторно за 15 тысяч золота. Ёб вашу макарёшу. Матрёшка, я тебя расцелую. Вот даже, наверное, хорошо, что матрёшка теперь, а не картошка. Мы получили китайца за 15 тысяч золота компенсация. Суперконь 7,5. Чё там ещё было? СТГ вонючий, неинтересно. Два шерифа подряд. Боже, да это самое жирнейшее открытие, которое только возможно. Но десятки, это, конечно, тумач. На один экран помещается вот весь, ну почти на один экран помещается весь этот жир лютейший. Самое главное теперь посмотреть, какая компенсация за него. Еще и кэшбэк в голде за камуфляж и обвес, да? Боже, да это самый жирнейший окуп, который я видел только за 70 контейнеров. Никогда так не везло, и, наверное, в ближайшие 2 года мне, наверное, вообще не стоит открывать какие-либо контейнеры. Картошка меня после этого уже наверняка проклянет, это 100%. Однако, господа, короче, у меня теперь просто шквал эмоций каких-то, ну, наверное, это и должна делать.
делать игра, да? Сначала ничего не подкидывать, а потом как-то херяк тебе накидать по хребту, чтоб ты прямо охренел от происходящего. Ладно, господа, все, на этом, пожалуй, все. Если вам понравилось, прожимайте ваши царские лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Кавай-мен, и заглядывайте в мою телегу, там сейчас проходит розыгрыш на майские боевые пропуска. Удачи на полях сражений и всего бодрого! До встречи!